Здравствуйте, дорогие видеослушатели. Перед нами Бузина. Все в детстве, точнее, в прошлом моем советском детстве, мы срезали стволы, уж не помню точно этого растения, делали из них трубки и плевались бузиной, зеленой. Так как бузина на самом деле весьма ядовита, когда созревшая, точнее даже не ядовитая, может схлопотать расстройство желудка. Но когда она была зеленой, ей было очень удобно плеваться через эти трубки. Такой факт. Бузина.